продуктовый супермаркет Киви. Здесь две основных торговых сети продуктов. Вот Киви и вот Рема 1000, на который тут не видно, на который у меня пакет. Цены не отличаться будут в центре, не на окраине, просто на окраине магазины побольше, там ассортимент побольше. Я зайду в магазин, немножко поснимаю, но комментировать тоже не смогу. Я сегодня утром здесь уже была, потому что я брала кинзу. Сегодня постный день. Семья постится у нас, взрослые. Я готовила лобью. В общем, они не знали до моего приезда, что такое лобья. Но теперь вот очень его любят. Горшочек кинзы стоил 15 крон. Это умножаем на 7, да? 105 рублей. Вот. Здесь мясо, колбаса. Мясо такое, с которым мы готовим. Все очень хорошего качества, но не дешево. Хотела показать креветки. Вот они. Вот. Рыба. Рыба тоже недорогая. В смысле, не дешевая. То есть лосось получается по 700 рублей килограмм. Красная рыба. В самом таком дешевом ее виде. А вот на что я хочу обратить внимание, так это вот он. Этот сыр. Вот видите? Гудбрандсдаль Сост. Сост — это сыр. Гудбрандсдален — его международное название. Это сыр, который производят в этой долине. Гудбрандсдал, из которой родом Пергюнд. Тут, где родился Кнут Гамсун, жили двое остальных лауреатов Нобелевской премии от Норвегии. Об этом я тоже буду еще писать. Молочные продукты. Мы покупаем молоко. Вот такое вот молоко. Стоит оно 19 крон. Очень хорошее молоко. 4% жирности. Прям натуральное. Это имбирное печенье. К Рождеству. Чай, кофе, всякие вредности. Что еще из интересного? Из интересного надо сказать, что тут очень много всего для выпечки. Вот такие совершенно всякие замечательные штуки. Я их потихоньку осваиваю. Шикарный чернослив. Изюм. Все очень хорошего качества. Кленовый сироп. Шоколад так себе. Готовые смеси, но мы этим не пользуемся. И еще, что интересно, в супермаркете, вот я просто не знаю, есть ли в этом, всегда обычно есть отдел с вязанием. Вот, там, где... Ну, здесь вот как раз нет. Но вот в том, который побольше, помимо продуктов, и есть обязательно... Есть обязательно отдел с нитками для вязания. Вот. А вот это аппарат для мелочи. Туда мелочь бросаешь, он кнопочку нажимает, он тебе дает сдачу, чтобы как бы руками не касаться монет. Вот такой обзор.